что ж ты вон там открылась? Там закройся. Штаны. Майку ты будешь одевать? Майки будешь спать? Что нет? Не буду майки. Майки. Юль, я так не одену. Что ты сопротивляешься? А как встать? Где? Теперь садись. Юля спряталась. Да я дома буду играть. Буду. Майки. У майки нет, в садик пойдет, мама еще спагает. В садик я буду этим выходить. Да? Майки, майки. Майки я хороший. Не. Ну как, это там же прохладно сейчас. Да. Да? Да надо куртку одеть. А кто рукава будет такого? Какие рукава? В этой ты рубашке не уж такой майки. В рубашке этой дома будет. Садись. Что еще мыть? Ногти срезаем, ушки чистим. Расчесываемся, потом волос что-то просохнет у нас. Да где? Куда ты? Не надо. Куда надо? Дует как отсюда, слушай. В ножках не надо. Ну. Давай, прячь ножки ручками. Прячь ножки, Юля. Давай. Давай, ручки давай. На. Садись хорошо. О, Боже, такое одевалось, да? Малёна. Маме неудобно, маме надо было тут. Больно, да? Ну, Юля, чего ты дергаешься? Больно. Кусала я. Так, кто тебе дает кусать ногти? Кто кусает ногти, скажи мне? А? Что такое? А что ты сюда смотришь? Ай! Рассказала б стих. Про 6 мы учили стих с тобой? Да. Ты помнишь? Нет. Ты ничего не запомнила? Это бошка, я же нашу. Букву. Как? Букву. Вот она, вот она, платки. Клубок. Там нету и что только чисто. Это сифра 6, хоть еще это одна. Сифра 6, она не съестная. Умница. А про 7? Изогнула цифра 7. Так, у меня батарея садится, я выключаю. Говори, пока, спокойной ночи. Пока, покушай. Положись в кроватку, закрывайся. И закрывай глазки. Закрой. Юля спит. Давай, ну давай. Папа, ты не сынжи. Я убил этого. Давай, тащи сюда. Зеленую машинку. Я ее убил. Похоже.
А ты этим убиваешь вот этого моего. Вот этим убиваешь этого моего. Ну, остался только этот. Карл 12-й. Иван Мазейна. А у тебя кто? А у тебя остался этот кто? Один подданный, два подданных и один король. А у меня Иван Мазепа. Последний хейтман. Не последний, предпоследний. Предпоследний хейтман. Украина. Да. Убил. Я давай. Убил. Ну давай. Давай все, все заново. Давай. Давай, все заново. Только правда оно все снимется. Так, я вот этого. Саид, я сейчас наберу. Я вот этого. Я вот этого. Я вот это и вот это. Я вот этого. 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 Давай. Сильно. А ты мои там не добрала? А, да, все. У тебя мы. Играем. Так, это Иван Мазепа. Наступаем! Я еще не поставила. А мне и ставить не надо. Наступаем! Ты что меня убивать? А тебя сейчас. А он гильянный, он не. Он раненый. Я его сейчас дораню своим копьем. Копьем! Так! А я убил одного. Теперь ты мне кого-то должна убить. Так, убьешь ты меня вот этого дела. Ты каркуша. Двоих одного убьют. Нет, нет, вот этого я возьму. Чтобы один на один был. Ой, я два. Убила. Ты его не убила. Ты что, двух, получается, убил? Да. Да? Ну, давай. Ну, ладно. А этого я уже пристрелил. Да? Угу. Ты танк. Это уже похоже. А, вот еще одна. У меня будет большая баша, вот такая. Все, я тебя убил. Ну ладно, теперь я у тебя двоих должен убить. Кай-кай-кай. Да! Да! Да ты эти уже убитые. Давай я у тебя вот этого убью. Не этого. А кого же? Ну, давай быстрее, время идет. Так, не этого. Вот этого. Теперь ты меня убьешь вот этого. Давай этого убью. И победят в этот раз мои. Нет, а чё, два раза твои, да? Давай. Так вот ты не смотрел туда, ты, наверное, твои глаза уже не знаю тут. Не так! А как же еще? Ну, что ты это я у тебя должен убить.
Нет, я. А что, ты получается двух у меня убиваешь? Да. Что двух? Ага, еще чего? А не, а тут убью. Ты Юля, а я два. И ты давай мне так, будет ничья. И теперь, чтоб никто никого не победил. Давай, Юля, никто никого не победил. И что делать? Ой, ничего не делать. А что это на улице? Мама чуть в обморок не упала. А что на улице? Да, что на улице? Снег кто-то там убрал. А кто снег? А кто снег убрал? Я. Да ты что? Ну я поцелую. Это ты принес, что ли? Ногу туда закинула. Как ты успела, глянь. Ногу закинула сюда, я на нее села. Была я у мамы твоей. Больная она. Я знаю. Ты жить. А вот что вот это из одного. Видите? Вот это все из одного. Как, что из одного? Вот Юля, отойди, а то вот мне не видно. Вот это и вот это все из одной картинки. А ну что там из одного, покажи. А, ну да, из одной картинки. Ну это Сашина, это да же... Да ну не шатай, покажи мне, Варик. Что там, повозка какая-то? Нет, это курица. Петухи везут цыпленка. Да ну не размахивай, ты типа вот так вот показывает, блин. Ты можешь на одном месте держать? Вот это так. Это Юлина. А Сашина верблюды. Верблюды и Аладдина везут. Мама, а можно же, папа, нам хочу мультик? Нельзя. Можно, мам? Юля, тебе сегодня уже говорили. Пока щенки в комнате, ага. Никого там не будет. Мама, ты это принес, да и это того. Это мне. А Саваша, вот на вот этом он был? Это на вот это он охлебится. Это типа не валяшки. А, вот так, что ли? Вот так. Теперь... Это такое вот. Ага. С Юлей вот. Меняться. Ну, Юля, таких две машины должно быть. Куда вот это? Где вторая, да, вот таких две машины у Юли. Где-то вторая у нее. У нее видишь, два рыцаря таких. Да. Да. Какая-то. Ну это вот сюда синенький. А, ну да, я же смотрю, что ты похож. Не трогай мою. Только они различаются. Этот только с мечом и в этой, а этот совсем. Так, я же сам убьял. А это я не знаю. Так, сам убьял, ты можешь сам убьять. Что сам за собой убьял? Мам, стирать надо, и свет выключили. Ну, мама. Что, свет выключили? Да. Быстро они. Да. Но мама что? На улице. Нельзя. Это... На улицу можно. Еще не покаталась. Саша покатался. Там же с упряжкой сделано. Ну так можно покатать. Далеко. Насмотрелся я вчера всяких... для детей фильмов, а потом 4 часов не спал. А что за фильмы такие? Да, детям показали, что я спать не мог, 4 часа встал. Так а что же показывали? Киберята. А-а-а. Всякие там лазят.
родной украинской лисички. А можно же папа же бандюшонок у меня? Хочешь... Я вот так повозила. Нет, два двоих. Саша его с Берри покатала. А, да вообще. Она катает хоть? Ну мы тебе говорим, что нас катает. Ну, ты что, ну, что мы тебя обманывали? Юлю вместе с папой катала. Меня вместе с Юлей катала. А можно он вот этот ошейник взять и поиски меня? Что за... Поехали. Давайте, давайте, езжайте, давайте. Да ты хоть не беги, да, я, блин, хочу перегнать тебя, а ты бежишь, Лорик. Я не беру, я его управляю. Так, давайте, до бабы Тани и обратно разворачивайтесь. Берри! Берри! Ко мне! Да ну помоги ты развернуться, ну! Конечно, домой давай. Thank you.
Так это Лорик, оказывается, ту дверь все время открывает, да? Которую я пытаюсь забить. Не надо, я когда туда выхожу, так закрываю сразу. Курочки, яичко снесли. А ну покажи яичко. Не размороженное еще.